земле. Любить родных, семья, твоя награда. И весь священный долг в твоей судьбе. Хранить очаг и большего не надо. Всем доброе утро. Мы завтракаем. Вот такой у нас завтрак. Как обычно папа сделал. Я решила лечь еще поесть. Завтрак у нас сегодня плотненький, потому что мы, как обычно, едем на дом решать дела. Может быть, а должно получиться, мы должны успеть съездить заказать кровати, потому что время идет, а мы все никак не закажем. Я вам не рассказывала косяков, как у нас. Ну, я говорила вам про косяки, особо грузить не хотелось. Ну, кому-то, я думаю, все равно будет интересно. Поэтому у нас сегодня будет разрешение косячных проблем на доме. В те выходные по потолкам так и не доехал до нас. Мы его не дождались, но мы ему отбой сами дали, потому что он ехал, заблудился где-то. Сначала застрял, потом заблудился. Короче, мы уже все на нервах, у нас реально уже нервы не выдерживают. Мы все это отменили, я написала в фирму претензию на 2 листа, то есть как бы должен сегодня приехать, но надеемся, приедет и устранит. Конечно, устранить все проблемы потолка он не сможет. Ну, будем уже, как обычно, переделывать сами, вызывать другую фирму и, скорее всего, перетягивать часть потолка. Все это тянется, нас уже все это раздражает, мы уже устали, потому что мы раньше делали, ну как, у нас стройка шла с мая по, ну край, наверное, октябрь, мы уже закрывали сезон и отдыхали, и опять с мая, то есть, ну, мы строимся несколько лет уже, ни один, ни два, ни три года, поэтому как-то, а этот год у нас затянут, и уже, я говорю, весна, уже все силы бросать на участок, а у нас уже нет сил, мы уже настолько, мы матом не ругаемся с Олегом, мы не матершинники, но уже начали ругаться, уже начали возмущаться, мы вообще такие лояльные, мы ко всем относимся лояльно, а тут все, мы уже стали возмущаться, ну, не знаю, уже нет слов, я говорю, мы уже все на износе. Поэтому надеюсь, что сегодня все уладим. Опять назначили кучу встреч. Приедет наш прораб по стройке, приедет вот электрик по лестнице, приедет по потолкам. Ночью привезли, в 2 часа ночи привезли нам мебель. Ну, не остаток, а еще часть, потому что мы мебель заказывали всю под заказ у одного и того же человека. Ну, частная фирма, скажем так, занимается мебелью, очень хорошая компания, мне очень нравится, и нравится сам специалист. У нас сегодня не диетический, я, кстати, взвесилась, похудела я на 4 килограмма, я не взвешивалась, я как взвесилась первый раз, с чего я начала худеть. Ну, я как бы, как вы видели, тоже ела и окрошку не диетическую, и хлебушек, но стараюсь после 6 есть, тяжело, но не ем, обедаю и не ем. Но бывает, что-то съедаю. И сейчас взвесилась минус 4 килограмма. Ну, как правило, первые килограммы, они быстро уходят, поэтому нет, ну, немножко по себе чувствую, что сдуваться начала. Так что можно сгрешить. Муж нажарил, как обычно, жареные колбасы. Картошечки, мы все плотненько кушаем, одна Даша у нас яичко кушает. Нам приятного аппетита, кто с нами кушает, вам тоже всем приятного аппетита. Кому интересно, на нашем канале оставайтесь. Кому не интересно, мы вас не держим, да, всего хорошего. Сейчас опять на меня будут ругаться, что я хлопнулась сильно. Мы прибыли. Еле доехали. Дорога вообще ужасная. Метет и очень скользко. Везде очень скользко. Трогаешься скользко. Тормозишь, АБС-ка срабатывает. Так что мы сейчас быстренько здесь порешаем. Посмотрите, что творится. Куклу нашу заметает.
быстро, потому что у Даши собрание, надо ее быстренько к маме отвезти. А мы поедем, посмотрим кровати. Ну и потом, наверное, вернемся, потому что по потолкам приедут все равно. Вот сюда же не получится, да? Не получится. А меня Олег уверяет, что не получится. А вы его слушаете. Вот, а я говорю, я перестрахуюсь, спрошу у Николая. Да. Потому что мы уже решили сюда, я говорю, ну блин, нет, здесь, конечно, он не очень нет. Красиво будет смотреться. Тут ну это все ерунда, Ваня, перемести. Как бы я бы перемещал вот сюда. Да, да, я когда приехала, я сначала, ну как понравилось, а когда вот так, думаю, блин, ну это же вообще неудобно, куда он мне я согласен. Здесь будет. Олег говорит, ну потому что здесь не помещается, я говорю. Ну там ребра жесткости усилителей для подклейки. Я просто дополнительные еще подклеили и все, ничего не приведет. И он усиливает этот, ну, еще одним камнем, чтобы было надежно. Вот. И, ну. Ну понятно, просто я говорю, меня муж уверял, что ну меня обычно уверяет, что это все невозможно, оказывается, бывает все возможно. Ну что, вопросики мы порешали, как вы видели. Народищу много, даже этот Артем. Не слышал, Олег говорит такой, у вас, наверное, первый раз так много народу. Я говорю, нет, было такое количество после праздников, когда первый выходной, говорю, мы всех нагнали. Ну, часть уже разъехалась, часть уже, пока мы ехали, все там доделали, переделали свое. Кто-то остался, короче, все в процессе, у нас все нормально, не переживайте за нас. А? Мы больше переживаем. Ну, мы и очень сильно переживаем, мы им уже говорим, что у нас нервы уже сдают, они говорят, ну, терпите, стройка это такое. Ну, каждый старается, я говорю, фу, они у нас, как бы, ребята молодцы, мне все нравятся. Сейчас мастер по мебели, ну, самый главный, да, сам хозяин, он и говорит, Наталья, тут, ну, конечно, он маленький скол. Если бы он мне не сказал, я, в принципе, заметила бы, конечно, со временем, но в глаза не бросается. А он очень расстраивается, потому что его детище, он реально настолько с душой относится к своей работе. Я говорю, Николай, ну можно чем-нибудь замазать? А он говорит, ну можно, конечно, но вы понимаете, я так все это пленкой замотал, поставил. Ну, как я говорю, хозяев же много в доме, хотя мы сейчас уже минимизировали встречи, если раньше были все без нас, ну, в основном у нас был бригадир, который за это, ну, он и сейчас, который за это отвечает, за все. А сейчас мы уже никого не пускаем, только вот в присутствии нас мы назначаем все встречи, ну, окромя только вот кто собирает мебель, потому что ребята, они из самой Москвы, и они там у нас ночуют. Как-то так. Поэтому я говорю, ладно, виноватых, как обычно, не найдешь, говорю, не расстраивайтесь, попробуйте, замажьте чем-нибудь, я говорю, оно в глаза не бросается. И оно не на самом фасаде, а ящичек открываешь, и просто как бы сверху ящичка. Так вот, работу запустили, работа запустилась, мы Дашу везем к маме, сейчас у нее там собрание, она нервничает, что мы опаздываем. А мы поедем выбирать с вами кровать в нашу комнату и в гостевую. Для гостей. Гостевая у нас двух гостевых осталась одна, но ничего страшного, у нас не так много бывает гостей, и в принципе у нас гости все без ночевки приезжают, поэтому так, дежурная комната будет гостевая, как в принципе в домах, да, как бы, ну конечно дома есть, где там и по несколько комнат гостевых, ну у нас и одной достаточно будет. Так что мы едем. Дорога, погода вообще ужасная. Очень скользко. Даже папа сейчас хотел Дашу быстро довести до бабушки. Мы ему сказали, не спеши, тише едешь, дальше будешь. Но сейчас, кстати, да, чуть-чуть подтаяло, наверное. Не так. А то мело вообще, ну, прям гололед. Так что оставайтесь с нами, кому интересно. Едем с вами выбирать очередной раз мебель. Как всегда, с авоськами, с авоськами. Даша к бабушке едет на 4 дня. Пойдем, может, бандита своего увидим, если не забрали. У мамы ночевал. Мы так скучаем по нему, а он по нам. Олега вроде и побаивается. Олега вроде и побаивается, а все равно ждет его. Там, да. Вон там.
О, а мы идем. Олег говорит, что там, Димон? Я говорю, ну да. Он говорит, ну пойдем, говорит, может, увижусь с ним. Со слезами на глазах. Он уже целую неделю. Привет. Сюся. Дай поцелую. Сюся. Все, Олег, привет. Олег, вот. Здороваться будешь? Давай вечером придем, да, пойдем. Здороваться будешь? Придете вечером? Ну давайте, приходите. Не все вечером тогда соберусь, я же тебе сказала. В школу в какую? Ну, кто учится? Ты что, тебя учиться отдали? Да. Димуль. Да. А на это логопедическая, что ли? А, ну молодец. Ну давай, я как раз тебе вкусняшку куплю, да? Да. Давай, приходи. Главное-то, жду вас. Бабушка ждет. Борща на внучке наварила, как обычно. Жду вас. Думаю, пропылесосю. Пошла туда, все в окно бегала. Вы пройдете? Да нет, мы ради Димы поднялись. Ну, Даша вещи это. Это. Ушла в спальню. В окно что-то хорошо видно. Вроде кажется, как все. Нет. Опять пылесос. Нет машины. А Сашка стоит, звонит, он говорит, я уже полчаса А у тебя чего пылесос, кстати, я забываю, нормально работает? Ну, слабовато. Слабовато, да? Потому что у Нины Борисовны постоянно, Олег говорит, забивается, короче, хотим. Нет, она не забивается, вот сейчас как-то принесла. Не тянет. Ну, мы заберем ваши пылесосы себе. Ну, мы в беседку заберем. Да, а вам, как у Даши, купим хорошую. У меня вот он хороший. Нет, нет, у Даши. Он не такой дорогой, но хороший. Да. Ну, вот я подольше так вожу. Ну, слабо. Слежу за тем, чтобы собирать. Ладно. Ну, что, а вы, борща, не поедете? Поедем. Поедем, мы до баклажа. Не, я поела, конечно. Поехали. Ты только ела. Я уж проголодала. Сейчас салатик сделаем. Давай, ладно. Мы поедем. Это до баклажа. Все, Ксюся. А Ксюша вечером приедет. Приедет тоже? Да, Сашка ее привезет. Сейчас скажет. Ну, хорошо. Ну, Олег, ну даже Ксюша приедет. Может быть, мы останемся на часочек. А вы прям сразу отсюда и домой? Нет, у нас еще по потолкам с часу до 4 приедет. А-а-а. Просто мы сейчас съездим. Если он не позвонит, мы у тебя потусуемся. Потом он позвонит, мы поедем на дом. Если с детишками не встретимся, то приедем. Ксюша сказала, что вечером она говорит, тебе папа не звонил, не говорил. Мне папа сказал, что ну туда, ну неси туда. Переезжай с Ваха. Да что, мы тут сами все хозяева. Ладненько. Мы решили бросить здесь возле своего Б-класса машину, чтобы не кататься. А нам надо перейти на ту сторону, мебель посмотреть. Чтобы не крутиться здесь, потому что в Б-класс потом зайти в перекресток маме с Дашей. Там мясо, фарш взять, в аптеку надо зайти. Да и так, крестнику надо. Вкусняшку же обещала купить ему. А у нас прям метет. Муж, как всегда, прав. Я ему доказываю, что здесь нет пешеходного перехода, а он мне доказывает, что есть. Но я здесь так в своем родном городе так часто бываю, что ничего не знаю и не помню. Поэтому не надо на меня обижаться, Олежок. Куда идем? В люке. Не знаю, где-то мебель. Написано. Вот там, а куда тут войти? Здесь стройматериалы. Где-то там, наверное. Рядом с Б-классом отстроили еще продолжение Б-класса. И там сделали аквапарк. Сюда даже с Подольска девчонки у нас с детишками приезжают. Ну, говорят, что он такой больше детский, но классный, бюджетный. И достаточно, ну, конечно, не огромный, но все равно для местных очень классно. Мы сами там не были. Походили. Мы сейчас зайдем, продукт купим, да поедем на машине. Что-то мы потыркались. Не нашли эти мебельные магазины туда, куда нас направили. Так что сейчас... Что мы взяли? Мы взяли водички, взяли бездрожжевой хлеб Даша. Вот такой черный. И вот такой беленький. Он прям весь пышет. На жареную картошечку домой взяли грудиночки. Маме взяли фарш куриный и домашний. Дошули воды простой и сок. То есть быстренько пробежались,
чтобы им без машины не таскать сумки. Поэтому основное взяли, кроме картошки, остальное они купят. Жвачку мне надо взять. Ну вот с такими этими откидными. А, вот. И четвертое, уточнить вот как. Ребята приехали, распаковали, установили. Тоже, наверное, пускаются. Да, у нас подушка просто. Нет, просто подушка. Мне вот такие еще нравятся тоже. Ну, интересно, удобные они. Ой, все, друзья. Да? О, Леш, сидеть, конечно, неудобно. Ну, сидеть неудобно, а Лёша вообще классно. Дать тебе холст? Все, мы утонули. Остаемся здесь. Сколько такой стоит? 142 000. Нам сказали, что у вас хороший ортопедический матрас. А у вас, и кровать у вас, да? Кровать мы изготавливаем без подъемного механизма. Ага, просто. Да, на ровном основании. Но у вас не Арматек, у вас свои какие-то кровати. Нет, Лаксия своя производство. Так, а вы нас по матрасу мы пока брать не будем? У нас еще кровати не куплены. Мы хотели проконсультироваться, может быть, так, определиться с матрасом. Размер матраса какой будет нужен вам? Ну, у нас будет 3 матраса. Размер принципиально, да, сейчас узнать. Ну, по ценовой политике, чтобы могла сориентировать вас. Вот там примерно 1,60 м будет. На 2. Ширину на 2. Угу. А второй, наверное, чуть больше где-то. Ну, 1,80 м. Да, наверное, 1,80 м. 2,80 м. Пожалуйста, вам матрас нужен мягкий, средний, пожалуйста. А вот эти пощупки хотелось. Да. Ну, давайте начнем с матраса. Вариант латекс, кокос, пружины. Нагрузка до 110 кг на спальное место. Ну, в принципе, 120 тоже спокойно выдержит. Срок службы у латекса с кокосом 10-15 лет. А есть, например, там жесткие, а с другой стороны мягкие? Есть, да. Варианты такие. Тоже такие покажу. Любой матрас нужно переворачивать раз в 3 месяца. Любой? Любой матрас. А в Арматеке, по-моему, сказали, какие-то есть, что не надо. У нас есть варианты, которые не переворачиваются, но это матрас премиум класс, они очень высокие. А, и нет. Я их тоже вам покажу. Точно, потом. Тогда не для нас. Обычные стандартные все матрасы переворачиваются. Ну, давай на стульчик положу. Это жесткий? Это средний. Мне это кажется, сейчас на любой ляж. Для сравнения, вариант пожестче. А, жестковат это, да? Ну, вроде бы нормально. Если вот этот жестковат, то немножко помягче будет вот такой вот вариант. Здесь просто кокоса на 1 сантиметр поменьше. Ну, по мне удобно. Смотрите, играет сильно роль еще основания, на котором лежит матрас. Вот здесь матрас лежит на речном основании, поэтому он смягчается. Здесь матрас лежит на нашем ровном основании, поэтому он кажется пожестче. Mm. Не знаю, не вот это играет тоже. Вот это тебя устраивает? Да. Проваливаешься? Значит, надо запоминать вот это. Ну, надо еще. Да, это я сам односторонний, да? Двухсторонний, допустим, вот. Но суть в том, что вторая сторона будет достаточно очень жесткая. Поэтому вам, возможно, не понравится она. Ну, это тоже, в принципе. У этих матрасов разница небольшая. Здесь просто кокоса 2 сантиметра, здесь 1. Да, латекс, как-то по мягкости, мне кажется, прям чувствуется прилично. Это из-за основания, на котором лежит матрас. Ну да, может быть, может, скорее всего. Так, они у вас как, под заказ? Под заказ, срок изготовления в течение 1 рабочей недели. А, ну нормально. А кровати, если... Уже неделя. Нет, а посмотреть каталоги или это все, что представлено? Каталога у нас нету, у нас на сайте? Нет, на сайте тоже нету. Вот эти две модели, в цеху еще есть варианты. То есть люди, когда уже прям приходят, ну, озадачены целью кровати, угу. Мы их провожаем, потому что мы раньше изготавливали кровати, раньше, и каталог было все, но сколько-то лет перестали это делать. Вот молодежь, видите, как сидит, общается. Общается. Наобщались уже? Как всегда, мы сейчас наедимся. Правда, мы пообедали так плотно. Говорят, вы тоже пообедали, да? Нет. Не ели борщ? Mm-hmm. Бабушка. Ну, по тебе ты не скажешь, да. Еще Дашуль. Нет, что хочешь. Дашуль. 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 Две Даши у нас. Дашуль. Хватит.
Уже распределяли. А лежочек, иди, а то все съедят. Так, Наташа, тебя. Давай, мне тоже ложечку. Ой. Хватит? Да, это уже две ложечки. Олеж, ты вот сюда садись. Короче, у нас, смотрите, вкусные отбивножечки. Это с чего ты делала? Это индейка. Индейка. Мариновала, да? Вкусненько, наверное. Там, видите, во всех тарелочках отбивнушечки, я еще не съела, надеюсь, успею. Помидорчики. Внучка у мамы захотела, приехала с Молдавии. Да, сейчас я тоже должна с ней встретиться, давно не виделась, вы ее тоже еще не видели. Ну, наверное, до Ксюши помидоры не долежат. Нет, мы сделаем еще. Ну, конечно, бабушка и не сделает внучке. Салат крабовый с яблочком. Кто не делал, попробуйте. Очень вкусно с зеленым яблочком, да, Дашуль? Только туда лук, по-моему, вы не добавляете. А бабушка Нина лук тоже добавляет. Ну, ты вообще просто лук не любишь. Поэтому очень вкусно. Ладно, мы будем кушать. А то все так кушают вкусно, а я нет. Еще у меня, видите, тарелка еще полная. Опять ее обидели. Опять меня обидели. Здравствуйте. Хлеб пока выше. О, ничего себе! Она уже выше всех. Слушай, ну это мама Даша зашла. Мама Даша зашла. Смотри, вообще выглядит для мамы. А ты что такая высокая? Я до тебя скоро не дотянусь. Прекращай расти. Хорош тебе. Хорош тебе. Давай, ходи. Она вот у тебя уже не умеет ходить. Хорош тебе. А что, нету Димы-то? Нету. Увезли Диму. Раздевайся, Ксю. Раздевайся. Ты что, одета? Ты, Господи, ты моя девочка. Да. Олег, да. Олег его ждет. Полтора недели. Что, полтора Олег недели? Его ждет. А спать надо было меньше ему тогда, неделю назад. Когда? Не важно, неделю ты назад. Что? Блин, ты, мам, на море, что ли? Что, замерзся? Сказали. Нет, я говорю, на море? Нет. Что, там телефон в кармане не будет? Коллегу? Перевешивает. А, нет, к Наталье? Нет. Коллегу? Да. О, поняла, крестная, не нужна ты ему, а сами не поняли. Раньше вставал? Утром встает? Ксюша, сколько тебе лет, Ксюша? 12 мне. И 19. В апреле будет 20. Маленькая собачка всегда щенок. Дождь. Проходите за стол, чего вы? Я Наташа, бежать. Проходите, обидел. Ну ничего, чего вы это все. Он утром вставал раньше, бабушка Галя, баба Галя, баба. А теперь, знаешь, Олег. Да? Олег, а, он не просто Олег. Я говорю, да со всеми обняться сначала. Дядя Олег. Я говорю, Олег. Да, даже дядя. Нет, Олег дядя. Вот, вот как нас провожают. Все, видите, сразу смылись. Наша дружная семейка. А бабуся где? А бабуся вон она.